Танюша, привет. Сейчас немножечко подождем. Так, Александра должна будет сейчас зайти и подключиться ко мне. Танюш, пока как меня видно, слышно, все нормально? Всем добрый день, девочки, мы немножечко ждем. Так, где наша Александра с Сергеем? Танюш, привет. Хорошо, все как всегда. Спасибо большое, Танюш. Да, жду немножечко. Я вот сейчас думаю, если они не могут зайти, как мне им отослать, девчонки? Это что за... А вот Александра. Так, сейчас должна Александра к нам подключиться. О, о, здравствуйте. Привет, нас видно, слышно? Добрый день. Добрый день, вас видно и вас слышно. Я, по крайней мере, вас хорошо вижу. Добрый день, Александра, Сергей, меня зовут Татьяна. Я в Германии, Франкфурт а Майн. Но я не во Франкфурте живу, городок Бюдинген недалеко, я сама с деревни. Очень приятно с вами познакомиться. И нам вы... тоже. Да, спасибо. Можете немножечко рассказать о себе, откуда вы? А где вы живете в Германии? Как давно живете в Германии? Да, 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 конечно. Ну, как уже ты объявила, что меня зовут Александра, моего мужа зовут Сергей. Мы живем на границе с Голландией, на самом севере, можно так сказать, Германии. Такой небольшой городочек у нас Нордхорн. Да. Живем мы здесь уже примерно 20 лет. Mm-hmm. У нас собственный дом уже, мы уже вот здесь уже обосновались, можно так сказать. Приехали мы из Омска. У нас трое детей, три дочки. Одну мы уже в прошлом году выдали замуж. Уже два кота. Да, два кота, собака, вот такая у нас дружная семья. Вы знаете, у меня тоже недавно, вот пару дней котеночек появился тоже, новый в семье. Мы тоже построились, как обычно, да, все в основном строятся, да, тоже построились. Живу я с 93-94 год, мы переехали, я была еще девчонкой. Да, тоже вот так вот живу, у меня тоже семья, двое детей, девочка, мальчик, подростки, да, пока замуж не выдала. Ну, все впереди. Да. Это. Расскажите, пожалуйста, как давно вы в сетевом бизнесе? В сетевом бизнесе я не так давно. Вот, можно сказать, летом, в конце лета будет 2 года. 2 года. Попала я туда совершенно случайно. Даже не понимаю, что я попала в сетевой бизнес. То есть пришла на продукт, меня пригласила Лиля. Лиля, смотришь, это эфир, тебе большой привет. В общем, понравились мне очень духи Today, которые я еще пользовалась в России, да, компания Avon. И как раз была очень хорошая скидка на эту продукцию. И вот так вот я пришла на продукт. И через какое-то время я стала выставлять эту продукцию в Одноклассниках, у меня неплохо пошла торговля, и поэтому Лиля мне предложила стать вот группой лайтером, да, собирать свою команду. Да. На тот момент я вообще ничего не понимала. Ну, я просто поверила ей, сказала, ну, хорошо, давай попробуем.
И за первый месяц работы в компании Avon я уже вышла на рекорд по Германии, да, то есть я проскочила 4 ступеньки, да, там у нас юниор-координатор, координатор, ну, в общем, такой этот. И все, и вот так я попала в сетевой бизнес, сама того не ведая, в общем, можно так сказать. Ничего себе, ну это вот это самое главное, что мы бы хотели знать. Хотя я всегда думала, что сетевой это вообще не мое. Когда мне предлагают, только я слышала слово сетевой, я прям отмахивалась, даже мне не предлагайте, даже мне ничего не рассказывайте про это вообще не мое. Вот это ходить, предлагать, продавать, мотивировать людей, это вообще не мое. А оказалось, видишь, мое. Я тоже. Да, преподавание самвея, нам очень много самвея, то что у нас родственники немножко занимались этим, да, и мы как-то вот в одно время к нам приходили даже, приглашали нас, но вот не время, видать, было. Да-да. У меня, кстати, мама в Амвее тоже была, когда тоже уже давным-давно это было. Я тоже сетевой, я вообще не понимала, что это такое, для чего это. Да. Удивительно. А как вы познакомились с компанией Essence? Кто вас познакомил? Как вы вышли на Essence? Дело в том, что так как я работаю в Avon, да, я хорошо знаю эту продукцию, я хорошо общаюсь с людьми, да, как бы знаю потребности своих людей. И постоянно у нас были такие, как бы, пожелания, ну, когда в компании Avon появятся зубные пасты, или когда в компании Avon появятся продукции по уходу за домом. Ну, в общем, как бы я пришла в Essence, можно сказать, по потребности своих бираторов, да, как бы они просили, а у нас нет такой линейки. Мы тоже несколько раз обращались к руководству компании Avon, что хорошо бы запустить такую серию, да, тогда бы, ну, вообще было бы прекрасно, да, можно было взять и по уходу за домом, и зубные пасты, и витамины. Но, к сожалению, у компании Avon немного другое направление, у них больше декоративная, уходовая косметика. А я вижу, что как бы мы видели с Лилей, что компания, ну, люди наши нуждаются в этом. Поэтому мы смотрели очень много вариантов. Мы смотрели и Greenway, и тот же Amway, и Provin. Но остановились на Essence, потому что действительно качественная продукция, потому что очень легкий и классный маркетинг-план. Потому что очень легкая регистрация, даже я сравниваю по сравнению с Avon, да, там регистрация намного тяжелее проходит. Здесь человек регистрируется и сразу может делать заказ. Ну, конечно. Короче, очень много плюсов, почему мы остановились именно на Essence. Ну, это как бы я не бросила Avon. Я также продолжаю заниматься, но просто я взяла еще одно направление, чтобы как бы у меня было и декоративная уходовая косметика, и БАДы, витамины, и все по уходу за дом, и также и для моих бираторов, это очень удобно. Ну, конечно, да, теперь я понимаю, да, я так немножко ознакомилась, зашла, заходила, ну, конечно, сильно не смотрела, но увидела, что очень много тоже выбора декоративной косметики, да, ну, БАДы вот такой я не увидела там. Вроде, нет, да? Нет такого. Да-да, вот именно эти две фирмы, они очень мало пересекаются между друг другом, да, понятно. Потому что если Avon и Faberlic, это вообще как две сестры, то вот они как раз совсем разные, Avon и Essence, они только дополняют друг друга, и нисколько они противоречат. Да, конечно, в Essence тоже есть декоративная косметика, но я больше поняла, что она идет как лечебная, да, потому что там, ну, другие монетосоставы, чем в Avon, поэтому и не такой большой ассортимент, как в Avon. Ага, ну хорошо. А расскажите, пожалуйста, вот вы зарегистрировались в конце марта, да? Я так вот думаю, я не знаю. Да, в конце марта, да-да. И в апреле вы закрыли первую лидерскую квалификацию 17%, да? 20%. Ой, это вообще... Получается, в марте вы просто зарегистрировались, там вы еще пока ничего не закрывали, квалификации нет. Я сделала небольшой заказ для того, чтобы у меня в апреле уже пошла скидка 40%. Ага. Поэтому я думала, либо мне стартануть с апреля и как бы работать с апреля, либо с марта. Но я поняла, зачем я буду терять весь апрель. Поэтому я быстренько, где-то там уже в конечных числах, может быть, 30 или 29 я зарегистрировалась, провела свой первый заказ на 50 баллов, чтобы у меня уже весь апрель была скидка 40%. А именно работать и приглашать уже на регистрацию я начала с 1 апреля, да. С 1 апреля, да. Мы сделали, наверное, большие баллы, да? Я думаю, была тоже, вы получили, конечно же, апрель, наверное, неплохую комиссию, но, наверное, также очень хорошо вложились в продукцию. Ну, вложилась я в продукцию. Почему? Потому что мне самой интересно попробовать этот продукт. Да. Прежде чем я буду предлагать его людям, я должна сама попробовать, какие эффекты, какой вкус, да, какая консистенция, чтобы я уже могла рассказывать.
И так как у меня есть на Ютубе канал, да, я тоже там прям вот допотопно показывала, рассказывала, да, как выглядит гель, как выглядит спрей, да. Поэтому мне самой было интересно, конечно, это все попробовать. Потом, почему такой большой личный заказ? Потому что очень у многих людей не оказалось PayPal, карты визы, и поэтому они делали заказы через меня. Но я надеюсь, что они сделают в этом месяце и уже сами будут делать заказы со скидками. И, конечно же, я предлагала своим клиентам, да, которые вот у меня делали заказы в Avon, я предлагала тоже им, что у меня появилась еще одна линейка, и вы можете приобретать продукцию по уходу за домом. И тоже было очень много заказов именно от моих клиентов, которые уже были в Avon у меня. Поэтому такой большой, да. Ну, у нас сейчас проще стало, да, раньше даже PayPal не было, да. Мне тоже это знакомо, я тоже часто заказываю, тоже для своих людей, тоже это легче произвести оплату. Не у всех еще есть PayPal, тоже с вами согласна. Очень хочу, чтобы еще сделали Uberwise, потому что многие люди на PayPal почему-то обижены, что какие-то у них недопонимания были с PayPal, а если бы был бы Uberwise, было бы отлично. Да, то есть это, мы хотим, чтобы именно вот расчет можно было произвести через IBAN или BIG, да? То есть, если у нас, как бы, знаете, как мы делаем, обычно через конту, да, которая вот из C-карта, да? Да, то, да. То, что он... Чихай входит в зону ЕС, да, по идее, это как бы возможно. Но мы не знаем, почему нету, да. То есть мы, скажем так, у нас бы унзац был бы еще на 20% примерно больше, да, если бы этот, может быть, ЭЦ-карту переводы делать. Вы знаете, я с вами согласна, не только у вас и у нас тоже бы, потому что начинается, когда доходит дело до оплаты, дело доходит, да, начинается проблема. У кого-то нету кредитки, кто-то не оформил PayPal, или есть определенные проблемы. Я столкнулась совсем недавно, вот в этом месяце у меня зарегистрировался человек, и тоже были проблемы с PayPal немножечко. Вот первый раз, что я столкнулась. Хотя, ну нам посоветовали написать в компанию, да, чтобы они сделали эту опцию, потому что PayPal тоже не было, люди писали, PayPal добавили. Поэтому, если тебе не трудно, тоже напиши в компанию, что было бы неплохо. Мы тоже напишем с мужем, у нас уже по команде некоторые девочки написали. Хорошо. Потому что компания, она как бы прислушивается, да, я так поняла. И мы тут еще обращались по какому-то поводу, и смотрю, раз-раз поменяли они. Да, знаете, хорошо, я тоже напишу письмо, потому что чем будет наш больше... Да, чем больше, да-да-да, тем они больше прислушиваются, да. А можно? Можно было собрать всем, да, вот лидерам, как бы, этот, написать такое общее письмо в компанию, да, потому что, да, я говорю, вот мы примерно посчитали, сколько у нас, да, где-то примерно около 20, по-моему, чуть больше процентов у нас, как бы, мы потеряли, да, из-за этого. То есть могли бы еще, то есть люди некоторые, которые в возрасте, да, у них не то, что не PayPal, да, провизор даже вообще не говорят, то есть не ходят, просто конта, они даже ходят в банк, пишут Uberwise от руки, да, и скидывают туда, то есть даже нет онлайн-банка, да. Да-да-да. Да, это пожилые люди, я знаю, не то, что там PayPal, Uberwise был бы намного перевод легче. Вот тут вас спрашивают, в первый месяц, как вам удалось привести столько людей? Ну, я опять же говорю, это в основном мои бираторы, да, которые были в Avon, и люди, которые были заинтересованы именно продукцией, чтобы она была экологически чистая по уходу за домом. Даже были такие случаи, они делали заказ через меня, допустим, получили, особенно у меня хорошо ушло мультифункциональное средство. Я, наверное, бутылок 50 точно продала, как бы не больше. Да, и после этого они мне писали: «Александра, мы попробовали ваш продукт, супер, я хочу зарегистрироваться». И вот таких тоже у меня было очень много людей, которые после того, как протестировали, просто были клиентами, а потом уже пришли и зарегистрировались. Да, у нас вот именно, если посмотрите, у нас люди сначала как бы закупились, потом немножко тишина, потом снова такая волна регистрации. Да, пошла. Да, да. Потому что люди получили продукт, попробовали и пришли на регистрацию. Ну, это прекрасно. Да, у нас по есть момент, да, у нас в один день было, аж получилось 28 регистраций, да, то есть, когда люди... Ой, это вошли бы. Еще очень классно играли акции, да, вот если акции давали компания, акции, причем мне сказали, я была уверена, что это всегда такие акции. Думала, ну ничего себе, какие классные акции. А потом, когда я созвонила своим спонсором, с Леной, она сказала: «Александра, это вот первый месяц так много акций». Я думаю, это мне повезло. И вот тоже, как стартует акция, тоже очень много регистраций под акцию приходили. Поэтому я могу сказать компании «Эссенс» только большое спасибо за то, что они давали так много классных акций. И я тоже почти участвовала во всех акциях. Я взяла и коллаген по акции, и гель, вот этот алоэ вера взяла по акции. Да? То есть, ну, вообще во всех акциях поучаствовала. Вот тут Джанида еще спрашивает, это вы в личке всем рекламировали продукцию или как вы рекламировали? Вы пишете людям, обращаетесь к людям или
Как вот это? У меня есть страничка в Одноклассниках, и я там просто выставляю продукцию. Например, поставила картинку, написала описание, поставила картинку. Ну и, конечно же, я уже сказала, у меня есть канал на Ютубе. Если хотите, можете присоединиться, да. И там тоже я прям наглядно показываю, да, эту продукцию, как я отмыла все свои ступеньки мультифункциональным средством. Да, я это очень хорошо, мне тоже понравилось. А сколько у вас людей в структуре вот сейчас, на данный момент? По статистике у меня муж, я в статистике вообще не участвую. Сейчас у нас 201 человек в структуре. 201 человек. За прошлый месяц у нас было 174 человека, но все вместе 176. Набрали мы 7300 пунктов. Комиссия получилась где-то 1300, ну почти 1400 евро. Но это все вместе. Сколько активных ты не посчитала? Я активных сколько не считала. Потому что, видишь, дело в том, что многие присоединились. Я, допустим, ну, как бы списывалась. Здравствуйте, я очень рада, что вы присоединились в Essence. Некоторые писали ради интереса, да, такие люди тоже пришли просто так. Ну, вот интересно им, да, посмотреть, понаблюдать. Некоторые писали, что да, я бы хотела, но меня смущает то, что PayPal, да, поэтому это Сережа говорит, как бы общее число, да, но из них, может быть, человек 40, 30, 50, может быть, неактивных еще, да, которые не сделали заказы. Это очень хорошие цифры, конечно же. Ну, получается, много у вас, так как у вас построен уже сетевой. Кстати, что я хотела спросить, а чья была идея прийти вот в сетевой? Или вот, как вы сказали, вы даже ничего о сетевом не знали, как-то не связано были, идеи не было вообще, да, такой, что вот... Нет, что-то... я говорю, я попала вот просто чисто случайно. Ну, конечно, я спрашивала у мужа, да, ну, Сережа, может быть, попробовать? Ну, у меня муж такой классный, что он всегда только за... Давай попробуй. Но я говорю, я попала, даже не понимая, куда я попала. Что такое группенлайтер? Зачем мне эта команда? У меня такие продажи хорошие идут. Я говорю, слушай, ну а что выгоднее? Это продажами заниматься или группу строить? Ну, или я говорила мне, и то выгодно. Ты потом со временем поймешь, да? Я не могла понять. Ну, если мне это хорошо продажи идут, зачем мне эта группа? Зачем мне эти люди? Ну, а сейчас я, конечно, понимаю, что группа, это и группа есть. Это действительно команда. Когда строишь структуру, потому что продажи, ну, покупают люди, это, конечно, да, но и постоянно да, нужно новых, они закупятся какое-то время, а те люди, которые регистрируются, они в основном тоже начинают. И сетевом, я так поняла, вот главное создать косяк, да, вот так же, как у меня вейвом получилось, я создала косяк, а потом уже по рекомендации, они, люди собираются уже, один порекомендовал сестру, сестра порекомендовала подругу, да, и как бы эта команда уже собирается... Ну, можно сказать, автоматически уже, ты даже не прикладываешь уже никаких усилий. А поначалу, конечно, это тяжелый труд. Мы работали порой по 12, по 15, по 16 часов в день, да, пока мы вот создали этот косяк. Да. Да, а у Александра вот... хорошие очень рекомендации, да, то есть у нее такой, у нас Дрюкерэш, да, вот как у нас до этого был, да. И у нее так очень хороший, как сказать, руф, да, как они по-немецки говорят. И поэтому, когда Александра просто показала, что на Вейвен, да, то есть те юкуды, которые были, они вот просто гернулись, пошли посмотреть, купить, заказать, потому что они очень доверяли Александре, да. Да, да. Потому что все люди, которые к нам попадают, да, в структуру, то есть Александра полностью как с детьми, то есть показывает, рассказывает. Вот, например, такой случай был, да, у нас, вот я хочу просто рассказать, как у нас эти рекомендации идут, я так сказал. Да, вот одна вот девушка, она сделала, у нас Бэйвон еще, да, там, сделала один заказ, и там был заказ, например, если аж 60 евро делаешь заказ, то получаешь парфюм в подарок. Она сделала заказ, на 60, но забыла парфюм добавить, ну, код, там, специальный код писать. И Александр посмотрел, там, в Бэйвоне есть такая возможность посмотреть заказ клиента, да, и она увидела, что она забыла. Она прямо набрала телефон, позвонила, сказала, ты, говорит, позвони в кунный сервис, чтобы тебе добавили парфюм в подарок. Да. Она сделала так, и говорит, вот это понимаю, говорит, Гратон. И у нее сразу мама, и ее сразу зарегистрировали с нами. Ага. Понимаете, вот такие вот моменты идут. Да. То есть рекомендации, то есть вот так. И вот так вот постоянно. И даже спонсор Александр говорит, Александр, ты работаешь как контент-сервис. То есть ты порой делаешь ту работу, которую ты не должна делать. Но мы поэтому, мы за счет этого получаем вот такой вот хороший руф, и народ идет регистрироваться, так скажем. Да. Ну, конечно, теперь понятно тоже, очень много становится. Вы большие молодцы, пишут нам в чате. Ну, конечно, достичь вот так вот залететь, если вы говорите, и Вэвон до этого было то же самое резко, да? Ну, вот, как говорится, это много-много работы, и вот вы планируете свой день, свою неделю?
Вот вы... Если честно, я знаю, что нужно планировать, но я не планирую. Я все, как бы, знаете, это делаю по вдохновению. Вот мне сейчас хочется пойти в Одноклассники поработать. Я иду в Одноклассники работать. Если мне хочется в Инстаграме сейчас какой-то пост написать, у меня пришли какие-то мысли, я хочу поделиться, я иду в Инстаграм. Если мне хочется оформить какую-то картинку, да, и выставить, допустим, на акцию, да. В общем, я вот работаю по вдохновению. Вот что мне в данный момент хочется, то я и делаю. И, конечно же, такая работа приносит только удовольствие. Я как-то пробовала планировать как-то, ну, не могу, мне тяжело. Ах, сейчас созвон с этой. О, Боже. А когда да. Я же забыла вот этой позвонить. А, ну давай сейчас вот доделаю это и позвоню. Или там, ой, вот эта девчонка забыла подарок добавить, или что-то там забыла, да. Ну, сейчас вот сделаю. В общем, вот я работаю по вдохновению. Вот что мне хочется в данный момент, то я и делаю. Конечно, иногда я себя перебарываю. Допустим, ну, я понимаю, что если сейчас я не отправлю, да, этому человеку сообщение или какую-то акцию, то, допустим, вечером уже будет поздно. Да. Но в основном это вот так вот. Да, такое, знаете, есть выражение. Найди себе работу по душе, и ты больше ни одного дня не будешь работать. Да, вот это про нас, наверное. Вот так у нас идет. У меня муж, который приходит с работы, не кушает, ничего не делает, садится и работает. Я говорю, Боже, Серёж, ты иди хоть покушать. Нет, подожди, я сначала вот здесь, а потом пойду. Ну, то есть вот он прям стремится, вот у него тоже горит этой работой. Ой, это... Самое интересное, написали, что у вас только одни деньги в глазах, да? А у нас, знаете, как это сказать, не то, что деньги, а у нас как заходите в казино, да? Там уже люди на деньги смотрят. Вот именно этот азарт. Азарт, да. Райфлайн получить. Да, вот, например, у нас та же самая идет. Да. А какие вы перспективы себя видите? Вот сейчас начало у вас есть. Какие вы перспективы видите в Essence? Ну, как мы хотим сделать? У нас сейчас, конечно, цель такая. Мы хотим дойти до 28%, там немножко обосноваться, да? И потом уже мы будем смотреть людей, которые у нас идут более-менее хорошо, да? И будем чисто только их поднимать. Да. Это да. Вообще наша цель, глобальная цель, это через 3-5 лет, если все так пойдет, как вот в данный момент, мы хотим сделать, у нас появилось 10 человек, и чтобы у них было по 15 тысяч пунктов. Это мы хотим от 3 до 5 лет. Если так вот свой план. Команду 10 человек, активных людей, и поднять их... До 15 тысяч пунктов, да. До senior manager, да. Это вот очень круто. Вот тут вот в чате пишут, есть у вас партнеры с России? Или у вас только с Германией? Еще пока нету, но в моей ветке есть девочка, которая зарегистрировалась с Казахстана. Но это не у меня в первой линии, а получается во второй линии. Ну а так пока еще нету. Есть как бы люди на примете, да, с которыми мы еще не работали, но как бы мы уже смотрим на них, да. То есть они такие тоже, как сказать, ну, предприниматели в душе, да. Да. Но пока мы только работаем, потому что у нас, видите, все равно у нас как бы приоритет первой нашей фирмы, Кейван, да, мы ее не бросаем. То есть мы там в основном у нас как бы идет Гивин, это с той фирмы, да. То есть мы там, получается, за один день получаем больше, чем здесь за месяц, да. Поэтому мы пока все равно не можем на всю мощь как бы идти. А у меня возникает вопрос, можно делать вот так вот? Разрешено делать две компании вести, да? Я спрашивала у дивизионного менеджера, она сказала, чтобы интересы компании не пересекались, да. Ну а так как компания Essence, тут совершенно другая продукция, да. Здесь нет такого объема, как декоративной косметики, поэтому на данный момент пока проблем нету. А, ну хорошо, потому что я в сетевом вот в первый раз, я год в компании, но я, конечно, такого большого результата, как вы, не добилась. Да, я надеюсь. Ну ничего, у тебя все впереди, Татьяна. Надеюсь. Тебе тоже желаем огромной удачи, да? 27 человек в структуре. Вот тут девочки пишут, у вас есть рабочие чаты. Ну, рабочие чаты, как я понимаю, это Инстаграм, Ютуб, вот Одноклассники вы говорили, да? Одноклассники у нас есть. Да, но у меня на WhatsApp тоже есть рабочий чат, куда я приглашаю всех зарегистрированных новичков, да, и тоже мы там общаемся, они задают вопросы, я туда выставляю акции, да, есть еще на WhatsApp у меня рабочий чат. Хорошо. Да, Одноклассники, да. То есть на другие мы еще пока сегодня не переходили, да? Да. Но вот мы сейчас тоже все пробуем в этом, в новой компании этой. То есть пока, к сожалению, в сутках только 24 часа. Да, не успеешь все, да. Если вы, тем более, вдвоем работаете вдвоем, да, как я понимаю? Не один. Да. Вот тут Зухра спрашивает, а приходят ли люди не по рекомендации личной, просто в социальных сетях? Да, есть туда люди. Да, вот я как клиенты пришли, да, которые сделали заказы, и просто, например, девочки увидели акцию, что парфюмы, да, 1 апреля у нас были парфюмы,
по акции, да, вот тоже много зарегистрировалось именно под акцию. Поэтому я говорю, что компания дает такие классные акции, под которые можно очень легко приглашать людей. Да, вот вы просто скидываете вот данную акцию, да, как все мы это делаем, и вот так вот с холодным кругом получается. Да, у меня в основном только холодный круг, да, только холодный круг. Но вот единственный мой теплый круг — это Сережина мама, которая увидела, когда я отмываю ступеньки, сказала: Александра, мне срочно такие 4 банки. Я говорю: зачем вам 4? Это концентрированное средство, вам хватит одного там на полгода. Александра, я тебе сказала, 4 банки мне нужно. Ну вот, и вот это мой теплый круг, это бабушка. Сразу 4 банки, да, это уже на будущее. Да, да. Я заказала для стекол тоже 4 банки. Я говорю: ну для стекол-то, ну стекла там раз в год уже моют, ну раз в полгода. Нет, 4 банки мне. Да. У нас есть ключи. Если такой большой спрос, то, конечно, о чем говорить. Да. Вот еще такой вопрос. Вот вы, например, приводите людей, регистрируете людей, и многих интересует, а как вы доводите их до регистрации, регистрировали, как вы доводите до заказа человека? Вот у меня сильно, я с проблемами такими не сталкивалась, потому что если у меня люди уже приходят, то они, конечно же, что-то хотят заказать, иначе зачем вот это все канитель, да, регистрироваться, и в основном не сталкивалась. Но вот у многих есть такие проблемы, что человек... Хорошая бабушка пишет. Да. Спасибо. Передадим ей. Передадут, да. Это у многих есть такие проблемы, что человек регистрируется, а потом не заказывает ничего. Вот как? У нас тоже такие есть люди, к сожалению, тоже есть такие люди. Тоже. Но как мы стараемся? Мы в основном показываем, конечно, самые актуальные продукты сначала. Да? То есть мы человеку говорим: вот у нас есть такая вот продукция, и да, просто показываем. Самые, которые актуальны и идут, хорошо идут. Если, например, я смотрю, что человек зарегистрировался неделю, не сделал заказ, например, акция, да, сейчас, я тоже могу в личку ему скинуть эту акцию. Там: привет, Светлана, у нас сегодня классная акция. Если ты сделаешь заказ, ты сможешь получить то-то, то-то. Это тоже иногда работает. Но да, если человек пришел просто ради интереса понаблюдать, то мне кажется, такого человека очень тяжело заставить сделать заказ. Да, и это не входит в мои рамки — заставлять людей. Человек должен добровольно принять решение, хочет он попробовать продукт или не хочет. Потому что здесь такое дело, да, сугубо личное. То есть да, нельзя такой прессинг делать, давление на человека. Поэтому... Да. Может быть, ему нужно понаблюдать, он посмотрит, а потом сделает заказ. Да, да, есть такие люди, которые очень наблюдают долго, да, но потом они вот, ну, как бы, производят хорошие заказы, делают. Ходят, да, и то хотят. То есть люди очень разные встречаются, да, вот, и как бы вот такой нету, как бы, знаете, определенной, вот, все люди такие, то есть все, да, люди разные. Все люди разные, и, да. Как бы нет такой вот стандарта. Некоторые регистрируются, я еще даже не успеваю написать там привет, и смотрю, она уже сделала заказ моментально, прям вот секунда. Думаю, вот какая молодец. Даже вот, ну, как бы я не рассказала ей про скидки, про акции, что есть скидочная, регистрационная, вот это, да, для, ну, регистрационная скидка, уже смотрю, человек сделал заказ. А некоторые сидят, но потом раз и сделают заказ. А некоторые, мне кажется, будут и отписаны в этом месяце, да, так как не сделали ни одного заказа, поэтому здесь такое дело. Да. Мы в основном стараемся с тем, кому работать персонально, да, то есть если человек пришел к нам, да, то есть мы стараемся ему информацию дать, не то, что нагружаем, накидываем, да, вот именно так, понемножку, постепенно, чтобы человек, знаете, как бы, когда получает тоже информацию много. Да, да. Мне еще очень сильно повезло, да, я когда-то освоила фотошоп, тоже, когда у нас был Дрюкера, и мне приходилось пригласительно оформлять визитки. 7 раз я открывала эту программу, и 7 раз я ее закрывала. Не могла понять вообще, какие слои, какие там эти стили, что там такое. Но все-таки я добилась, я сделала себе обучение сама, там, искала себе уроки. И поэтому мне сейчас очень легко, я любую картинку могу оформить по своему вкусу, да, как бы любую акцию могу расписать, сделать свой значок, да, чтобы было видно, что это моя команда, да, может быть, обратила внимание, по интернету уже гуляют картинки, там такой круг, девушка синяя, да, это все, кто в моей команде, девочки уже работают, да, вот поэтому так. Это тоже... Обращу внимание, но я увидела у вас на страничке, очень красиво все оформлено, потому что я тоже все вот эти вот кружочки, это я еще тоже не умею делать, осознаюсь. Да, очень хорошо вы оформляете. Мы стараемся наших вот это именно научить, да, кто вот нам зарегистрировался и хочет, например, тоже свои структуры строить или пробует, то есть Александр им помогает, да, там где-то оформить. Да, там и значки могу сделать, программа своей помогает, команды, да. Да, но это, конечно, огромная поддержка, да, для команды, это замечательно. Это наша цель, да, это самая наша основная цель, вот все, кто к нам приходит, мы максимально дали информацию, да, поддержали, да, чтобы человек
То, что, понимаете, вот как мы помним себя, что мы пришли, да, как бы в этот бизнес, да, и мы сильно не понимали, что вот мы хотим эту ошибку исправить, да, чтобы с нашими людьми такого не произошло. Чтобы тоже дать максимальную информацию столько, чтобы человек понял, да, не то, что загрузить, а вот именно, чтобы он понял, что надо делать. Смысл, продукцию попробовал и смысл бизнеса. Да. Вот, что, как говорится, у нас есть три возможности, да, можно прийти просто на продукты, пользоваться. На продукты, да. Можно строить сеть, а можно и продавать, да. А в какой программе работаете, спрашивает Джанита. В фотошопе, я работаю в фотошопе. В фотошопе. Да. Сложная программа, но если ее грамотно изучить, если научиться работать в ней, то можно вообще очень классные вещи в ней делать. И то я иногда ленюсь, я знаю, что я еще лучше могу сделать, но я уже быстро-быстро на скорую руку так, ну а так программа очень классная. Я работаю через компьютер, я не знаю, можно ли установить Photoshop на телефон, не знаю, потому что мне удобнее работать в ней через компьютер, может быть и можно. Да, Photoshop, Индира спрашивает, еще раз повторить, Photoshop вроде бы называется программа. Photoshop, да, там есть разные версии, у меня самая последняя версия, и по секрету скажу, можно скачать бесплатно в интернете, да? Да, хорошо, я думала, это платные программы, я думала, что платные. Есть платные, но можно идти бесплатно. Да. Платные, кстати, тоже, да, по-моему, даже больше немножко возможностей, да. Ну да, платные, там больше возможностей, ну, в принципе, бесплатная, она тоже идеально работает. Ну да, ну видно, я вижу это по вашим фотографиям. А хватает у вас, спасибо за ваши ответы, пишет Джанида, а хватает у вас времени еще на личные клубы? Есть у вас какие-то занятия, где вы находите свое отдушье? Или это отдушье, это ваш вот, это сетевой бизнес? Ну да, конечно, у нас бывают и семейные поездки куда-то, и в бассейн мы можем поехать. Ну ты знаешь, вот мне кажется, это уже просто мой стиль жизни. Я уже без сетевого не могу, да, я вот уже... как бы засыпая, думаю, что же мне завтра сделать. Ну, как-то вот так вот. А так, конечно, мы делаем выезды. То есть, у нас даже такое есть, знаете, как мы делаем. Каждую вторую субботу стараемся выезжать. Конечно, сейчас в данный момент нет, да? Да, потому что... А так, каждую вторую субботу мы собираемся с семьей, куда-то едем там либо отдыхать, либо там грилить. Ну, короче, у нас дочка это, 2 недели ищет, куда мы едем. Потом говорит, папа, мама, вот сюда. Ну, и мы собираемся, сразу едем туда. А просто на денек какой-нибудь городок посетить, да, или какие-нибудь... Да. Вот так, ну, это очень хорошо. Это такое путешествие. Ну, вот я собиралась летом поехать тоже в Россию, но сейчас вот я не знаю, как получится, не получится, да, да. Родителям. И, ну, и там, конечно, каждое лето мы куда-то в отпуске едем, да, как бы всегда. И зимой даже бывало, что мы ездили в отпуск. Это как бы, да, отдыхать, конечно, тоже нужно. Да, да. Ой, сейчас будет, наверное, тяжеловато с вирусами, вот эти все отпуски. Хорошо, если нам по Германии хотя бы можно будет, да? Это... Нет, нам очень повезло, у нас продукция, которая поддерживает наш иммунитет. Да. Вот, точно. Вот Зухра советует еще PISSART, как это называется, я не знаю, про PICSART, как правильно я прочитала, тоже программа будет хорошая. Ну да, но она совсем простенькая, да, тут ты не сделаешь такие эффекты, которые можно сделать в Photoshop. Ну, конечно, для новичка это прекрасная программа, я могу только, тоже ее только порекомендовать. Если ты новичок, то, пожалуйста, пользуйся, тем более с телефона очень удобно. Да, я эту программу не знаю, не пользовалась. А есть у вас время на чтение? Читаете ли вы какие-нибудь книжки? Может, вы что-нибудь нам посоветуете? Или сейчас... Вы больше смотрите фильмы. Нет, книжки я, к сожалению, никакие не читаю. Так я могу что-нибудь, какую-то информацию. Ну, так как мы еще люди верующие, моя самая любимая книжка – это, конечно, Библия. И единственное, что я могу почитать, это только ее, да? А так нет. Вам ничего не могу посоветовать. Вы знаете, я начинала читать Библию, мне как-то очень тяжело она дается читать, очень тяжело понимание вот это, не знаю. Я вот начала, несколько раз начинала читать и бросала. Так-то, в принципе, я знаю детскую Библию, бабушка дарила, я ее не знаю. А вот, не знаю, тяжело мне дается Библия, вот это именами, как они начнут это все перечислять, и это... Да, Библию надо читать сердцем, да, то есть она умом не читается, умом ее не понять даже. Да. И надо, наверное, да, не пришло, может быть, мое время, где я сейчас тоже занятая, и где еще, может быть, я еще тоже сяду, открою и все прочитаю. Так, у нас есть еще вопросы. А будете ли вы делать розыгрыши для своей структуры, интересуется Лейла? А как считаете, это нужно? Или акция от компании достаточно? Или вы, как вы считаете, или нужно еще делать еще розыгрыши от себя?
Я думаю, что все-таки розыгрыши делать нужно. Это дело хорошее, это дело тоже хорошо поднимает мотивацию людей. В компании Avon я делаю такую акцию каждый каталог. Как только закрывается каталог в 3 недели, у меня набор продукции. Там, допустим, обязательно парфюм, обязательно там гель для душа. И я каждые 3 недели делаю такие розыгрыши по моей команде, что касается Avon. Насчет Essence я еще думаю. Я здесь поняла, что здесь больше заходят денежные призы, да, а не продукция. Ну, в основном, да, в основном я смотрю, как делают. Поэтому, конечно, в голове у меня такие планы есть. Но я еще это не делаю. Но я думаю над этим. Ну, еще думаете, да. Хорошо. Девочки, еще у вас есть какие-нибудь вопросы? Из телефона это мы прочитали? Да, ссылку я постараюсь сохранить. Эфир я постараюсь сохранить. Если у кого-то есть вопросы, задавайте. Вы пользуетесь рекламой? Может быть, вы используетесь платной рекламой или вот просто как вот вы это делаете? У нас есть перспективы, да, то есть мы так пока пробуем, да, но мы хотим попробовать перспективы, у нас такое есть. Потому что мы смотрим, сейчас вот очень много рекламы идет, да, то есть мы хотим перспективы попробовать, как это будет действовать, да. Но да. Пока на данный момент мы только так вот слегка пробуем, ну, такого да. Основного у нас на этот внимание мы не уделяем. Да, такого как вот я не знаю, таргетинг люди делают некоторые, да, а потом что да, еще... Да, то есть это тоже, как реклама тоже надо умно сделать, да, то есть она сейчас... Чтобы не был слив, да, как бы не был слив, а именно эта реклама зашла, да, людям, там тоже нужно и правильно ее сделать, и правильно выставить настройки, поэтому я пару раз пробовала через Инстаграм, но я посмотрела 4 дня, у меня никаких не было заявок, я включила ее, да, не было. Не знаю, может, что-то делала неправильно, но... Пробую, но пока еще вот, чтобы запустить и понять, и разобраться, этого еще нет. Да. То есть надо еще как бы это изучать, да? То есть это в процессе еще, конечно. Да, ну... Пока вот мы стараемся да. Вот так вот через соцсети, да, работать, сам основной вопрос. Да. В общем, это, пока пользуемся бесплатными методами продвижения, да? Это сторис вот в Инстаграм, если взять, да? Вот эти розыгрыши, а там посмотрим. Ну, у вас очень даже неплохо получается, потому что в первый месяц вы 20%. Ну, это просто респект, я скажу, да. Это ну, я вообще, когда с 1 апреля, я рассчитывала на 9%, да, вот у меня такое в голове было, господи, хоть бы 9%. Потом, когда мы уже закрыли 9%, я уже мечтала о 17%. Ну, о 20% я вот, честно слово, могу сказать, что я не мечтала. А мой муж сделал такую статистику. Ну-ка, расскажи, что это за статистика. Мне очень интересно было, да. Ну, я был статист у меня. Справа у меня были как бы дни, да, вот в апреле, а вернее, с левой стороны была дата, а справа у меня были 17, там 9, 17 и 20%. Вот я смотрел, как у нас идет, куда мы успеваем. Я вот и он мне все время говорил, мы на 20 идем. Я говорю, нет, Сереж, нет, 20, ты что, нет. Вот давай 17, это будет вообще идеально. Ну и вот, представляешь. Я говорю, нет, даже, у нас получается 20. Да, да. Даже 20 запас мы взяли. У нас не ровно прям притык-притык, у нас даже 20 хвостом получилось. Да, на 20% 6 тысяч пунктов. А у нас получилось 7300. Да, то есть у нас даже запас, ну, как бы... На 25-й прошли, да. Как приятно это слышать. Получается, вы расписали себе вот так вот на листочке такую статистику, да, там, например, 9%. Ну, это вот он расписал, я говорю, я мечтала о 9%. Для меня 9% это был вообще супер результат был бы. Да, статистика это мое, хорошо, нравится. Вот так хорошо, когда мужчина помогает в бизнесе. Правда ведь, да? Спасибо. А отбегала бы, да? На много лет. Да, это точно. Да, кстати, и семейные отношения очень хорошо, как бы сказать, хорошие отношения, когда вот именно есть общее дело, да? То есть у нас всегда есть что-то поговорить, где-то что-то порадоваться, где-то что-то может сделать какие-то, как сказать, выводы, да, если где-то какие-то неудачи, то есть всегда вот это вместе нас очень сильно скрепляет. Поэтому если у кого-то какие-то натяги, то есть приводить вторую половину к себе в бизнес, и вы увидите результат. Да, но надо мне мужа агитировать тогда. Мой муж, ничего не хочет. Вот сейчас он на работе, а я занимаюсь бизнесом, да, общаюсь с людьми. В основном это мои знакомые, мои подружки, да, вот с кем мы общаемся, друг друга поддерживаем, мои спонсоры. Да, муж, конечно, он мне готов помочь, что-то там забрать, отвезти, если он проезжает, это без проблем. Ну и все на этом, да, статистику сама делаю. Надо поговорить сегодня после эфира, я с ним вечером поговорю. Так, девочки, у кого-нибудь есть еще вопросы?
У нас в гостях вот, вы с рассылками работаете, а что имеется в виду, вы рассылками работаете? А ты имеешь в виду, что в личку вы рассылаете сообщения вот так вот этими рассылками? Или что, я не совсем не поняла вопроса. Рассылками. Может быть, да, может быть, сейчас напишут, надеюсь. Может быть, имеют в виду, как знаете, спамят. Вот просто присылают какой-то готовый текст просто людям подряд всем. Вот это, может, имеется в виду? Но это не очень хорошо работает, потому что это сейчас очень блокируется сильно, да? Раньше мы это все время делали. И, ну, я могу сказать, что результат из 100 сообщений, если 2 человека тебе 3 ответят, это хорошо. Не очень, да. В основном много негатива, да? Да. Лучше, конечно, искать заинтересованных. Мне кажется, здесь, если это спамить, то нужно спамить грамотно, да? Например, ну, не знаю, может быть, предложить что-то, да, какой-то, поучаствовать в конкурсе или что-то, может быть, вот это заинтересует, но это не работает в данный момент, не знаю почему, хотя раньше это хорошо работало. Да, да. Раньше в соцсетях как бы это может было, да, то есть делать постоянно рассылки, даже когда мы дверкурями занимались, да. Тогда еще не было строгие такие правила, а сейчас в данный момент в Одноклассниках. Меня даже пару девочек блокировали в Одноклассниках без возможности восстановления своего профиля. Да, да. Ну, то есть да. Вообще мы писали, спросили, что даже первый раз нарушение, да, и все бесполезно было. Не просто кому-то вот что-то послали. Да, получилось, они просто отослали какой-то вот призыв, какие-то действия, да, вот просто отослали. Да, 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 причем текст был одинаковый, поэтому их, да, заблокировали без возможности возврата доступа к их своему профилю. 7 или 8 сообщение заблокировали так, что даже не смогли даже. Ты пришлось сделать новый профиль, да. Ну, это, конечно. И попробовали через нас дядоваться, да, то есть... как бы у нас их заблокировали, они нам позвонили, да, и мы со службой поддержки пробовали, ну, пообщаться, рассказать, да. Угу. Но они получили его, да? Нет, не восстановили их. Нет, не восстановили. Сказали, что грубое нарушение, за которое невозможно восстановление профиля, да. Но я тоже заметила, я по себе тоже знаю, что это сильно не работает. Если знакомишься с людьми, общаешься, заводят разговоры, какие-то общие темы, потом, может быть, можно друг друга как-то найти. Но в основном каждый заинтересован в своем, и их даже, они даже многие люди не читают, я думаю. Это да, самая лучшая реклама, это, конечно, рекомендация, да, без вариантов. Да. То есть, да. Если вы какому-то человеку смогли угодить, да, показать, как бы, так скажем, то есть этот человек обязательно вас порекомендует, это уже без вариантов. Это самая 100% реклама. У нас даже здесь, посмотрите, то есть у нас в наших регистрациях обязательно только друзья, друзей. У нас очень мало таких, как сказать. Ну, одиночек, может, да, нас... которые там пришли случайно. Они в основном все друг друга рекомендуют. Семейные кланы даже есть. Это прекрасно. Ой, клан это вообще суперский. А можно спросить, ну, конечно, сейчас... как, по сути дела, и сильно не встречи. Вот сколько вы проводите встреч? Ну, может быть, проводили, да, сейчас с коронавирусом сильно не выйдешь. Но, может быть, как-то вы проводите онлайн или созваниваетесь. У вас есть какое-то тоже такое? Вот сколько встреч получается примерно в неделю, в день, может быть, да? Я не знаю, как часто вы это делаете. Ты имеешь в виду прям личные встречи? Да, личные встречи вы проводили? Нет, я не провожу личные встречи. Только через интернет я работаю, только через интернет. А, ну понятно. Вот, а у меня больше вот так вот личные встречи, да, у меня через интернет пока тоже тяжко. Но это надо, как я думаю, иметь очень много подписчиков, очень много, как вы говорите, клан уже, да, по рекомендациям, да. Знакомых иметь. И да, у меня пока больше на земле. Вот сейчас, конечно, тоже стараюсь больше что-то в интернете делать. Да, потому что это... Да, но тут это надо работать, как вы даже сами сказали, да, как лучше вам. Так вот, действительно, через, да. Как сказать, теплый круг, да, или холодный. Да. Каждый сам для себя выбирает, да, какое направление, как лучше. Да, конечно. Кто-то в этом плане, кто-то в этом, то есть... Вы знаете, мне... Да, мне просто было легче, вот продукция у меня на руках, я могу человеку показать, он может попробовать прямо сейчас накраситься этой помадкой, да, или попробовать это средство и эти духи. Вот так просто как-то легче убедить человека, да, потому что говорить как-то нужное, да. А если мы все разные, да, у кого-то такие методы, у кого-то такие методы, поэтому если у тебя получается, то почему нет, да? Самое главное, что получается, да. Самое главное. Да. Но меня это очень радует, чтобы так по интернету раскрутиться и столько подписчиков, выйти на 20% за один месяц, это, конечно, тут есть чему поучиться. Я очень рада нашему знакомству. А, вроде бы вопросов больше нету. У нас сейчас будет 50 минут, как мы общаемся. Ой. О, я не знаю, что-то я наделала. Да?
Я очень благодарна, что вы уделили время, пришли, пообщались. Желаю вам также в дальнейшем процветать, строить ваш бизнес, чтобы у вас все спасибо. Было. Спасибо большое. Вам тоже успеха. Спасибо. Продвижения. Да, спасибо. Спасибо, что пригласили. Да. Это наше первое интервью, мы хотим сказать. Александра сильно волновалась. Я так колбасила, но ничего, вроде все прошло хорошо. Хорошо, я не видела, что вас колбасило. Ничего не понятно. Девочки, вам тоже больших успехов, да. Если у вас есть вопросы, можете написать в директ, да. Я с удовольствием поделюсь своими методами, своими фишками, которые есть у меня. Ну и, конечно, есть такие фишки, которые я рассказываю только для своей команды, да, которые, ну, это естественно, мне кажется, у всех такое должно быть, да. То есть какая-то информация, которую я могу сказать на всю аудиторию, а есть какая-то информация, которая работает только в моей команде, да? Ой. Поэтому, если вы еще не в Essence, приглашаю вас в команду к Татьяне, либо ко мне в команду, да, и мы будем с удовольствием вас сопровождать, обучать и приведем к такому же успеху, да? Да, благодарю, Александра, Сергей, благодарю, что вы нашли время, потому что, да, вести столько людей, такую команду, тут тоже с временем надо постараться, да. Очень рада была нашему знакомству и нашему общению. Тогда я буду... Ну, давай, Татьяна, всего хорошего, удачи, да. Успехов вам. Вам большое спасибо. До свидания. До свидания.